Всем привет, с вами Настя Кузнецова, и сегодня я этим видео открываю новую рубрику на моем канале. Будет она называться «Что новенького?». Выходить она будет каждый понедельник. Я буду рассказывать о новостях, которые у меня появились на этой неделе, о новых работах, возможно, еще о чем-то нам интересном. И сегодняшнее видео я хотела посвятить очень важному для себя событию, весенним выездным мастер-классам. У меня будет несколько городов. Анонс вы уже можете посмотреть в моем блоге, ссылка находится под видео. А сегодня я хотела вживую вам показать работы, которые мы будем с вами делать на этих мастер-классах. Итак, мастер-классы будут проходить в 2 дня, суббота, воскресенье. В субботу у меня запланировано 2 мастер-класса по холсту и по страничке, и в воскресенье будет мастер-класс по альбому. Поэтому начну с субботних мастер-классов и с самого первого мастер-класса, который будет проходить у нас утром в субботу. Это мастер-класс по холсту. Я предлагала вам изначально, предлагаю вам вот такой интересный холст в стиле мужского гранжа. Мне показалось, что сейчас эта тема довольно новая. В принципе, не так много мастеров предлагают гранж. Но я знаю, что девочкам-скраперам нравится очень этот стиль, но они, кто-то, возможно, боится пока подступиться. Так вот, мы будем с вами разбирать, что же за такой волшебный стиль гранж. Поговорим на этом мастер-классе о мужском гранже, в частности. Какие материалы применяются, какие техники, потому что гранж это же не только анатомические там элементы, да, сердца и прочие, там черные нитки или еще что-то. Это прежде всего сам процесс, это то, как вы отпускаете себя в работе. В общем, обо всем об этом мы поговорим, и хотела вам показать в объеме холст мужской. Он 18×24, вот такого вертикального формата. Наборы будут собраны в кит-наборы, то есть у каждого участника будут одинаковые наборы материалов. Я попозже чуть расскажу, что будет примерно входить в наборы, какими материалами мы будем пользоваться. Вот такой вот холст. В данном мастер-классе, помимо разговоров о гранже, естественно, мы будем оттачивать техники микс-медиа, будем работать с штампингом, будем делать объемный глубокий фон и прочее, прочее, прочее. И тем, кто пока не может решиться на мужской гранж, ну и вообще на гранж в частности, я предлагаю альтернативу. Меня попросили девочки, я сделала подобный холст, но уже в светлых тонах. Можно делать, допустим, здесь как женскую фотографию, так и детскую фотографию, любую другую групповую там, допустим, фотографию. Набор материалов тот же, но вы видите, что техники абсолютно разные. А здесь я заменила, допустим, там пасту с раст-эффектом, ну, с эффектом ржавчины, да, на пасту там с шариками стеклянными, то есть какая-то замена произошла в материалах, именно в красках, но сами наборы, то есть материалов, они одинаковые, поэтому у вас есть возможность записаться как на светлый холст, так и на темный. Холсты будут проходить, мастер-класс по холстам, по обоим будет проходить одновременно. Вот, я говорю, я специально сделала так, чтобы наборы были одинаковые, техники примерно одинаковые. Есть разница, конечно же, мужской гранж там совершенно другая история, но тем не менее мы, не мешая друг другу, я уверена, будем делать одновременно 2 холста, поэтому кто боится пока черного цвета, темного, да, гранжевого, вы можете сделать вот такой вот светлый холст, здесь тоже техники микс-медиа, все-все-все, обо всем мы поговорим. Это касается первого мастер-класса, который будет проходить в субботу. Ориентировочно в 10:00, в зависимости от города, мало ли там что, какие различия. Вот, но ориентировочно в субботу в 10:00, продолжительность его, я думаю, что не больше 4 часов. Потом будет перерыв, час у нас на поесть, на подышать свежим воздухом. И будет второй мастер-класс после обеда, посвященный странички, странички 30×30, если быть точным, то 12×12 дюймов. А страничка
Я могу сказать смело, что это тот формат, по которому вас узнают как мастера. Я уверена, что, скорее всего, ну, в общем, очень мало мастеров, которых узнают там по альбомам, по блокнотам, да, и, скорее всего, они уже там 1000 лет в скрапе. Если вы хотите, если вы амбициозны, если вы хотите, чтобы о вас узнали, я думаю, что мы все об этом хотим, да, у всех есть амбиции, у всех есть какие-то цели в скрапбукинге. Так вот, если вы хотите, чтобы вас узнали в блогосфере, чтобы ваше имя было на слуху, я уверена, что вы просто должны научиться делать странички. И я скажу больше, что вы можете делать там тоннами альбомы большого формата, да, но я по себе просто сужу, я это знаю, все проходила, но вы не сможете сразу вот так вот сделать страничку. Для этого нужны знать определенные правила, определенные техники, определенный алгоритм работы. Более того, эта страничка микс-медийная. Ну, так как я мастер микс-медиа, поэтому я предлагаю именно такой мастер-класс по микс-медийной страничке. Поэтому я могу сказать, во-первых, новичкам не бояться. Я здесь специально собрала композицию так, то есть доступно мы тут поговорим обо всем, о композиционном центре, о фотографии, о правилах треугольника, то есть о таких моментах, которые, допустим, зритель не задумывается, но, видя работу, как говорится, вот эта подкорка головного мозга, то есть она сразу понимает, что да, работа гармоничная, вне зависимости от того, видит он эти треугольники или нет, но мы обо всем об этом поговорим. Страничка у меня в красных тонах, но можно сделать любой другой цвет на выбор, собственно, как и в холстах, я предлагаю вам любой цвет на выбор сделать. Мы также научимся сделать вот такой вот цветочек интересный из проволоки, бисера и бусинок. И говорю, то есть в конце этого видео я расскажу вам поподробнее чуть-чуть о материалах, которые мы будем применять на мастер-классах. Так вот, страничка. То есть те, кто желает научиться, приглашаю вас также в субботу после мастер-класса по холсту на мастер-класс по страничке. Скажу сразу, что тот, кто думает, куда же потом ее деть, вы можете написать организатору в вашем городе, либо мне написать о том, что я хочу рамку. И я предоставлю вам рамку, не такую, конечно, деревянную, но вы сможете повесить эту картину. Я считаю, что это картина на стену. Я считаю, что странички, я не знаю, почему так боятся именно этого формата, в том плане, что не знают, куда его деть. А куда девать холсты? Так же на стену повесить. То есть проблем вообще нет. Вот, это второй мастер-класс. Чуть поближе вот так покажу. То есть она такая объемненькая. Поговорим мы и о многослойности, естественно. Вообще на каждом мастер-классе я всегда говорю о многослойности. То есть есть свои той же фишки, правила, как добиться гармоничной многослойной композиции, интересной зрителю. Вот. И, значит, в воскресенье, как я говорила, будет большой мастер-класс по альбому. Альбом будет в стиле гранж тоже, но это уже будет женский гранж. Если кто пока не знает отличия, то есть я вам обо всем расскажу, чем они отличаются от мужского гранжа. В принципе, гранж, он, конечно, и в Африке гранж, но отличия есть женского гранжа от мужского в каких-то деталях. Вот. Поэтому вот такой вот альбомчик, он 20 на 25 сантиметров. Вот такой вот у него корешок. Интересные очень материалы тут применены, искусственная замша, вот такая экозамша. И, значит, на мастер-классе он вмещает более 80 фотографий, 10 на 15, потому что внутри вот такие листы, у которых на каждой страничке умещается по 2 фотографии 10 на 15. То есть переплет я буду делать сама для вас самостоятельно, потому что нас ждет очень большая работа по пониманию композиции, по пониманию вообще вот этого стиля, по пониманию микс-медии, поэтому я считаю, что переплеты, это, конечно, не столько важно именно в этом мастер-классе, поэтому переплеты будут готовы. Будем делать обложку самостоятельно, корешок, то есть это все будем делать самостоятельно, естественно, все это оформлять. И также нас ждет 3 полностью оформленные странички, вот такие микс-медийные, то есть я думаю, что как бы заметно уже, что вот эти оформленные странички настолько многослойны, что они, эти техники можно спокойно применить в формате 30 на 30, да, то есть это 3 полноценные странички,
То есть три полноценные странички, 30 на 30, грубо говоря, да, практически. То есть это все, вот все вот эти техники, которые мы будем использовать, можно применить в формате 30 на 30. Здесь тоже многослойность. Тоже поговорим о стиле гранж. Если кто будет из участников до этого присутствовать на холсте по мужскому гранжу, поговорим об отличиях женского гранжа от мужского. Вот так поближе еще поднесу, показать вам. Вот, тоже отпустим себя, отпустим свои стереотипы. Будем говорить, естественно, о палитре в своих работах, как гармонично сочетать цвета. Вот три вот такие замечательные странички. И обложка. Этот мастер-класс займет у нас... Ну, до 8 часов, я ориентировочно предполагаю 7-8 часов. Поверьте, мы все это время будем работать и разговаривать о микс-медии и гранже. И немножко я расскажу о материалах, которые мы будем применять. Естественно, мы будем применять различные груты и пасты от Prima Marketing. Моя любимая Фенобайр. А здесь, значит, и моделирующая паста, и черный грунт, и текстурная паста белый кракелюр, и графит. И еще у меня на подходе посылочка с пастой с эффектом песка. Также будем использовать, естественно, побалуемся пастой с эффектом ржавчины. Я покажу, как с ней работать. Просто потрясающая паста. Я вообще в диком восторге от нее. Еще я в восторге от грунтов Liquitex. Тоже покажу их особенности. Они отличаются от Prima и от других грунтов, которые, допустим, с которыми я лично работала до этого. Белый, прозрачный. То есть это все будем мы. Естественно, поговорим о 3D Gloss геле. Вот такая вот интересная паста от Sonet с шариками. Потом, значит, будем мы работать со спреями Lindis. На подходе у меня еще одна посылочка с ними. Потом с различными пудрами для эмбоссинга, то есть разные фирмы, тут и Ranger, и Wow, и Lindis. Такие вот штучки покажу вам. Это пигменты Easing. Ну, просто покажу вам, что это такое. И, значит, эмалевые точки от фабрики декора. И те, кто придет на страничку, мы также с вами будем использовать вот такую деко-глазурь от фабрики декора. Будем делать интересный витраж. А затем, значит, ну, естественно, дистресс чернила от Сима Хольца. Различные чернила... Это малая часть, что у меня вообще есть, то есть чернила архивного качества, то есть перманентные, которые не взаимодействуют с водой после высыхания, это стазон, это архивные чернила, то есть все вы это тоже попробуйте, на что это похоже. И, естественно, в каждом мастер-классе мы будем разговаривать с вами о магии акцентов. И в качестве акцентов будем использовать различные... Колотое стекло тут у меня, бисер, пайетки и различные глиттеры от Фенобайер и от Вау. То есть это вот то, что по минимуму я собрала, как бы. Естественно, будут еще разные материалы, различные металлические элементы. Чаще всего это тоже Фенобайер будет. И хочу вам рассказать, что генеральный спонсор мастер-класса Chipboard Craft Story, который предоставляет чипборд для наших мастер-классов. Мы с ним поработаем. Покажу вам, что за замечательный такой чипборд. Также у них есть трафареты. Тоже с ними поработаем. И с другими трафаретами поработаем. И также вас ждут на каждом мастер-классе. Вас ждет работа с совершенно новыми коллекциями от 7-2 Studio. Здесь у меня Cotton Candy Dreams в различных форматах. Есть у них еще Writer's Block, и со старенькими коллекциями тоже поработаем. То есть я думаю, что это достаточно интересные, необычные такие материалы, очень качественные. Ну, в общем-то, это все, о чем я хотела вам сегодня сказать в моей новой рубрике.
Если какие-то вопросы будут, задавайте их, пожалуйста, в комментариях под видео. Если вам понравилась идея такой рубрики, то я очень буду рада пальчиком вверх. На этом попрощаюсь. С вами была Настя Кузнецова. Пока!